Друзья, турбированные моторы Volkswagen известны своей масляной прожорливостью. Повышенный расход масла – это не только дискомфорт, но и риск попасть на капитальный ремонт. У нас автомобиль 2012 года с двигателем 1.8 TCI и пробегом 110 тысяч километров. Специально для него мы подобрали линейку продуктов, которая поможет решить эту проблему. У нас в руках полностью синтетическое моторное масло Synthoil Long Time 0W30. Антифрикционная присадка в моторное масло Keratec. Эффективный очиститель масляной системы. Первым этапом нам необходимо промыть масляную систему. Для этого мы будем использовать очиститель. Также хочу заметить, что такого рода двигатели необходимо промывать каждый раз перед заменой масла. Этот продукт применяется для эффективной очистки двигателя при эксплуатации в условии частых пробок, при агрессивном стиле вождения и превышении стандартного интервала замены масла. Добавляем промывку в прогретый двигатель из расчета 300 мл на 5 литров масла. Запускаем двигатель и даем ему поработать 10 минут. Давать нагрузку и перемещаться на автомобиле не рекомендуется. Промывка мягко растворяет отложения и загрязнения, не забивая маслоприемник, каналы и протоки масляной системы. Существенно уменьшает несливаемый остаток. Отработка слита, теперь приступаем к наливке свежего масла. Для этого двигателя мы специально подобрали топовое ПАО-синтетическое масло Synthoil 0W30. Полиальфа-олефины – углеводородные синтетические жидкости. Высокие индексы вязкости позволяют использовать такие масла в широком диапазоне температур. Отсутствие примесей, соединений серы и металлов обеспечивает высокие антикоррозионные свойства. Настоящая синтетика может быть сделана только на основе ПАО и, как следствие, будет на 30% дороже. Для лучшего эффекта мы рекомендуем не ограничиваться лишь заменой масла, а через ТО добавлять присадку Keratec. Эта антифрикционная присадка содержит взвесь твердого микрокерамического смазочного материала на основе нитрида бора. Ламинарная, подобная графиту структура, снижает трение и износ и предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей. Один флакон добавляется на 5 литров масла, вне зависимости бензиновый или дизельный двигатель. Образовавшийся слой керамики держится до 50 тысяч километров пробега. Запускаем двигатель, даем присадке пару минут распределиться по системе. Слой с включениями керамических микрочастиц защищает двигатель в условиях высоких нагрузок. Размер микрочастичек 0,5 микрона. Это гарантирует их свободное прохождение через фильтры и исключает возможность их оседания. Такая система замены позволит сократить расход масла на всех моторах. В частности, на двигателях TCI эффект будет заметен с первых 1000 километров пробега. Берегите ваш автомобиль вместе с Liqui-Moly.